Сейчас я, Денис, нахожусь в кольца. Это располагается в Иркутской области, не доезжая до поселка Листьянка, на берегу реки Ангары. К сожалению, камера не передает тех ощущений, которые здесь были получены, приобретены. Но попробую показать. Вон берег реки Ангары. В этом году, в 15-м, она замерзла. Замерзла, кроме участков, которые находятся в самом Иркутске. Так как там бьют подземные какие-то либо сбросы с заводов, либо подземные источники тепла. Эти тальцы, это специально, да, поселок построили, да? Ну. Специально, чтобы показать, как люди раньше жили, да? Конечно, ну. Угу. Старые усадьбы. Извиняюсь. Рожи. Сколько время? Да уже это 3 часа. Ну, что я хочу. Что, давайте включим. Берег Ангары не пойду. Далековато. Ну. Даже сейчас видно какие-то расселины, немножко вода уже стала проступать, хотя январь, далековато, по времени немножко ограничен, прекрасно здесь. Нашел печь, на которой расписался сам Панкратов. Из моей планеты сфотографировался, выставлю обязательно в интернет. Мой кумир. Когда собирался на Байкал, все фильмы и с его участием, и без его участия пересмотрел. Че, не пошли на берег? А? Не пошли на берег? Нет. Уже. А там горка и все? Так а нам до 4:30, еще до времени. Ну сказали 4:30 же. О, как 4:30? Ну 4:30. А не 3:30. Мы выехали в 2. Часа? 2,5 часа дали. А, 16? Ну, 16 и 4 это в принципе одно и то же. Так, надо тогда тебе туда, где забор. Ну.